правда, что недавно был у вас обстрел, вас обстреляли? Да, у меня во взводе, да, 4/300. Там тебе позвонит человек, когда в Россию приедет, тебе позвонит человек. Позвонит у него юрист. А что мне, он что-то скажет мне, расскажет или что? Да, это будет с Вологды. Сейчас Дима Сухов перед тобой сидит. Вот, да, тут. Так что ему скажи, сюда не надо лезть. Куда сюда? Сюда, на Украину. Я на Украине, я лично выехал, сейчас на передок, он там, у меня через 2 километра уже укропы. Их надо, сейчас я пойду резать нахуй. Я не хочу это знать. Ну, тебе не надо это знать. Диме, ну, скажи. Дай Диму мне, пожалуйста. Алло. Здорово, братуха. Здорово, братан. Коси как можешь больше, чтобы сюда не попасть. Здесь оно нахуй, это не надо. Че, жопа? Жопа полная. Вот у меня через пару километров укропы стоят. Я между растяжек, короче, стою сейчас. И может сейчас миномет прилететь. Как тебе такой расклад? Я понял, понял. Я уже со взвода нахуй 4/300 отправил домой. Короче, такая хуйня вообще. Так что, парни, сюда не суйтесь.